начала 2000-х это время, когда известный всем сегодня диджей Баур только начинал подниматься. Сначала парень играл просто для себя, потом увидел в этом свою цель. И цель была стать популярным и востребованным диджеем. Твои пластинки слушал я, и в каждой находила себя. С опытом приходит понимание танцпола и понимание любой публики. Это самое важное. Ну, то есть, хочется всегда играть именно актуальную музыку. То есть, не то, что популярную, но актуальную. Подавать людям то, что сейчас, допустим, модно в Москве, либо в Европе, либо в Америке, либо там на Ибице, то же самое. Нужно не только развлекать народ, но и давать что-то им новое, чтобы люди приходили в клуб и слушали что-то новое, слушали какую-то новую музыку, узнавали ее. Даже закончив экономический факультет в Москве, Баур не бросил свое увлечение музыкой. Несколько взрывных хитов, таких как «Алехандро» от Леди Гага, группы «Винтаж» с Евой и, конечно же, известная Инна с хитом «Ход». Москва приняла, я благодарен и Москве, и России. Не знаю, 7 лет, 8 лет активных гастролей. Это с «Нейтрино» начали с 2008-го. Ну и по сей день мы с ним сотрудничаем, уже 9 лет. В следующем году будем десятилетие праздновать. Ну, у нас продюсерский центр сейчас, L Music, потом мы резиденты на Радио Рекорд, у нас свое радиошоу. То есть мы активно с ним работаем. В будни сидим на студии, пишем ремиксы, треки, опять же, микстейпы. Ну, в общем, работаем. Какой первый был с «Нейтрино» трек? Первый с «Нейтрино» трек, мы выпустили ремикс на такую популярную на то время певицу румынскую. Ее зовут Инна. Трек был «Ход». Мы сделали ремикс. Потом мы сделали официальный ремикс на «Винтаж», который нормально так стрельнул. И с этого все и началось. Потом авторские треки какие-то с Никитой Малининым. Ну, я думаю, вы можете зайти на мой сайт просто и все это проследить, потому что я выкладываю с 2006-2005 года активно все свои работы. Сейчас диджей Баур гастролирует по Казахстану, и Шымкент – первый город в этом туре. В ночном баре Deep Room собирается много поклонников его творчества. Эти люди разного возраста, и все они знают, что впереди всех ждет жаркая вечеринка. В ночном баре Deep Room регулярно проходят вечеринки в различных стилях. И каждый посетитель Deep Room, побывав здесь в первый раз, понимает, что именно тут он отдохнет и получит море позитива. А помогут в этом именитые диджеи. Диджей Баур этому яркое подтверждение.